Давным-давно люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовищ. Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен. Ведь на самом деле, не стены дают людям ощущение безопасности. Дом — это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ. Чтобы найти настоящий дом, иногда приходится пройти долгий путь. Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему. Очень хорошее объяснение.
Иди в кровать. Сейчас же. Проклятие. Дурацкий сон.